одна из главных задач СМИ – это не только информировать, но еще и просвещать. Об этой важной просветительской функции средства массовой информации прошу тоже не забывать. Особенно сейчас, век знаний, эта тема выходит, ну, становится все более актуальной. Как всегда, желаю вам умного зрителя, тонкого, думающего, душевного, чтобы этих зрителей становилось все больше, чтобы ширилась и зрительская аудитория. Потому что работаем мы, конечно, и в свое удовольствие, реализуем себя в этом творчестве, но главное, мы работаем на людей и для людей. Уважаемые сотрудники национального телевидения Чувашия, Чувашьень, Кабинет министров Чувашской Республики выражает вам благодарность за конструктивное сотрудничество и большой вклад в информационное освещение деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики. Председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин.